друзья, что вы все пришли. Я, честно говоря, уже начал волноваться, что зал 5 минут осталось, а зала половины людей нету. Вот. Но я знал, что вы придете, верил в это, и это произошло. Спасибо вам большое. Я, во-первых, хочу поздравить всех Татьян с сегодняшним днем. Здоровья вам, счастья, удачи, любви, хорошего настроения, мира, всего-всего самого лучшего, что может быть. Я вам от души этого желаю. Я давно хотел сделать этот концерт, у меня в мыслях это возникало. Вот, но, в общем, как-то так сначала концепция никак не выстраивалась, а потом, в общем, немножечко одолела ностальгия, и я решил взять из тех произведений, из той обширной ауры, которая у нас была при Советском Союзе, при советской власти. У нас у всех разные отношения к ней, безусловно, и она вполне заслужила это разное отношение. Но что касается искусства, творчества, культуры, конечно, мы были всегда на высоте. Так Высоцкий, день рождения которого отмечается, вспомнил только про балет, но была еще скрипочка, было фортепиано. Во многом было живописное искусство, хотя оно было так в андерграунде. Но, тем не менее, все это было, и все это многое было из этого прекрасно. Вот, самые интересные композиторы, наиболее известные, творили у нас и были признаны миром. И в нашем концерте прозвучат отдельные произведения. Мы сделали таким образом, чтобы от каждой республики был представлен один-два композитора. Вот, сразу скажу, что ничуть не игнорируя творчество композиторов наших южных азиатских республик, но советская власть очень заботилась о том, чтобы и у них тоже была, так сказать, своя опера, свои балеты. Но это не всегда получалось, поэтому очень часто писали, русские авторы писали киргизскую музыку. Ну и я решил, так сказать, не подмешивать в данном случае, не смешивать кровь. Вот поэтому вы не обнаружите нескольких республик в нашем списке. Но в основном, конечно, представлены все республики. Это и пьесы, это переложения знаменитых произведений. И вы услышите довольно много балетной музыки. Она действительно была прекрасна. И, конечно, еще больше можно было бы показать, даже несколько концертов сделать из них. Но, конечно, это не в наших силах, да, в общем, и не надо. Все эти композиторы, они популярны на своей родине. Практически почти все. Я сначала хотел написать об этом, но потом не стал. Они все либо народные артисты СССР, либо народные артисты своих республик. Все были с почестями, вот, и жили хорошо, и похоронены удачно. В общем, все у них было замечательно. Иногда очень своеобразно, вот, но тем не менее это была интересная жизнь. И кое-что из этих произведений тоже у нас здесь появляется. Вот. Что очень важно, что эти все композиторы, они объединены искренностью того, что они делают. Они могли бы быть разными людьми, разными, так сказать, политиками, даже большими политиками и бизнесменами. Но тем не менее, когда они писали, как правило, эта музыка искренне передавала их чувства. И, конечно, это был высочайший совершенно профессионализм. Это очень-очень важно. Вот. И мы в своей работе, в общем, стремились тоже по возможности достичь этого профессионализма. Вот. Я прошу всегда, требую от своих детей, чтобы они стремились к лучшим идеалам, чтобы они максимально продвигались, чтобы они приобретали те навыки и критерии, с которыми им придется столкнуться в их дальнейшей далеко не простой жизни. Вот. И, в общем-то, они очень серьезно к этому отнеслись. Мы обыгрывали кое-какие из этих пьес. Кое-что из этих пьес исполнялось раньше, на предыдущих концертах. Ну и я хочу выразить большую признательность, конечно, им
Вот, их родителям, которые меня поддерживают, помогают, понимают наши задачи и всегда готовы идти во всем абсолютно навстречу нашим пожеланиям. Это очень здорово. И, конечно, огромную поддержку, огромную помощь оказывает наш концертмейстер замечательный, наш замечательный друг Динара Олеговна Абдурасулова, и ей огромное признание. И, наконец, те из вас, кто, у кого есть такие вот, как я их называю, эксклюзивные программки, это сделала наша замечательная мама моей, наших учениц, вот, Наталья Калугина, великолепная, и я вам должен сказать, что когда это было выложено в интернет, высыпалось просто огромное количество замечательных отзывов, признаний, благодарностей. Вот, и я очень, Наташа, вам признателен. Не вижу, где вы сидите, но не важно. Важно, мы все признательны. И, в общем-то, мы начинаем наш концерт. Вот, я сегодня буду говорить немного, постараюсь немного. Ну, в общем, все здесь написано. У вас есть справки там о композиторах, то, что вам будет интересно. Вот. Ну, по ходу дела, конечно, ребят надо выводить, проводить, вот, с тем, чтобы ему было удобнее. Первым номером нашей программы выступает традиционно самый маленький наш участник, вот, но очень активный, очень способный. Вот, ему совсем недавно, в декабре, исполнилось 7 лет. Вот, но я вижу в нем очень большое будущее. Надеюсь, что и вам удастся как-то его разглядеть. Это Даниил Мишра. Он исполнит 3 пьесы. Евгений Дога «Скрипунелла». Это пьеса, которая была написана композитором Догой. Мы были первыми исполнителями в Ленинграде еще очень много лет назад. У него просто были знакомые, которые ему немножечко надоели своей игрой за стенкой. Вот, он написал для них пьесу, чтобы как-то можно было это все слушать. Вот. Вторая пьеса совершенно у нас неизвестного, но такого именитого азербайджанского композитора-музыковеда. Называется она «Танец». Это такое первое, наверное, и, может быть, даже последнее исполнение, потому что я это обнаружил в сборнике азербайджанских пьес. И третье, мое любимое произведение моего любимого автора Жанна Металиди, «Деревенские музыканты», которые единственный раз в жизни я выступил в роли перекладателя. Вот, сделал переложение этого произведения, оно мне очень нравится, оно такое весьма виртуозное. Ну вот сейчас Данечка выйдет, я его
следующем номере, да, хочу сказать, предупреждаю вопросы, Даня занимается на скидке год и два месяца. С нуля. Сейчас выступит моя новая ученица, с этого года новая, но я уже перестал ее воспринимать как новую ученицу, потому что она очень быстро вошла в коллектив, в работу. Большая умница, и работать с ней очень-очень приятно. Она выступала на различных концертах. Те, кто были месяц назад, слышали нас, она играла свои пьесы, которые она выучила. А сейчас она тоже исполнит три пьесы. Первая – это «Адажио» из балета «Маленький принц» белорусского композитора Евгения Глебова. Эти ноты лежали у меня, наверное, 50 лет. Как-то так все, я не мог никак их как-то использовать. Вот. Вы услышите там очень похожую интонацию пьесы Раймонда Паулса, но я надеюсь, что они как-то не общались в этом плане. Второе произведение – это «Борис Гольц». Это замечательный композитор, жизнь которого оборвалась во время блокады. По разным вариантам он погиб от голода. Есть вариант, второй вариант – от взрыва на корабле. Но он сочинял музыку кинофильмам. От него, после него остались прелюдии фортепианные и две замечательные скрипичные пьесы – классический «Гавот» и «Скерца». Вот сейчас будет исполнена эта пьеса. А третья пьеса – это карельский композитор Синисало, автор национального балета «Сампо», вот, в котором очень много интересных всяких сюжетов, заимствованных из средневековых легенд. И вообще очень симпатичная музыка. Вот. Ну, мы его назвали, у него немножечко другое название, мы его назвали «Марш, поганый марш», от слова «погани», «Марш погани». Вот там борьба инфернальных сил с чистыми, сами вот эти самые нехорошие люди, вот, благодаря им появился вот этот весьма такой серьезный марш. Аглая Михалева, 5-й класс. Thank you.
Гримайло, она выпускница нашего класса год назад. И она исполнит две украинских пьесы знаменитого Мирослава Скорика «Мелодия» и очень известного композитора в свое время Юлия Мейтуса, автора оперы «Молодая гвардия» в свое время, шедшая на всех сценах наших театров, балет, опера, да. Называется она «Аллегро». Пожалуйста.
Сейчас будет исполнен мой очень любимый концерт. У меня в классе его довольно часто играют, но вообще это произведение звучит крайне редко, можно сказать, даже почти не звучит у нас. Не знаю, как в Грузии, но в Грузии, наверное, оно исполняется. Мачеваряни, замечательный композитор, всем вам, особенно старшему поколению, хорошо известен. Вы смотрели фильм «Тайна двух океанов», и там его музыка, замечательная музыка, которая впечатляет прямо малышей. Но мне тогда было 5-7 лет, и я очень хорошо помню эти звуки. Вот. У него еще много других произведений. У него есть оперы на сюжеты Шекспира, есть балет. Это очень известный композитор, лауреат Сталинской премии, кстати сказать. Вот он чем-то похож на концерт Хачатуряна, но мне он ближе по душе. Первую часть этого концерта исполнит лауреат международных конкурсов. Они все лауреаты международных всероссийских конкурсов. Но Настя Кородина, она выступила очень успешно в нескольких конкурсах. Она призер конкурса «Новые имена». И я надеюсь, что ее ждет очень неплохое будущее впереди. Анастасия Городина. Thank you.
мы сейчас перейдем к следующему нашему номеру. Будет исполнена мелодия Газизы Жубановой. Это очень известный композитор с московской композиторской школой. Очень уважаемый человек, она и автор и различных исследовательских работ у нее оперы, у нее большой совершенно вообще для женщины быть композитором такого уровня — это очень нечастое и очень дорогое для нас явление. К сожалению, она не очень часто, ее произведения звучали в Ленинграде, в Петербурге. Концерт ее очень хорошо известен, различные пьесы тоже. Она отмечена всеми возможными премиями и в Казахстане, и в союзном масштабе. Вот. Мне кажется, что вы с интересом познакомитесь с этой пьесой «Мелодия Жубановой». Ее исполнит Алиса Маркеева. Это не моя ученица, это ученица педагога Станкевич. Но так сложилось, что, может быть, кто-то из вас был на моем концерте, на концерте нашего класса в феврале 21 года. Был очень большой концерт, он длился 4,5 часа, закончился 11:30 ночи, и практически почти никто не ушел. Вот, концерт был очень успешный, но, к счастью, несчастью, после этого концерта ребята уехали одни в Англию, другие в Швейцарию, третьи поступили в консерваторию. Вот, и в результате вот я остался вот с чем остался. У меня осталось 3 человека буквально. Прошлый год я хорошо гулял. Вот, но выступать я хотел, чтобы ребята выступали, показывали свое мастерство, много хорошей музыки. Поэтому я попросил ребят, которых я хорошо знаю, и педагогов, естественно, чтобы они мне позволили выпустить ребят на концерт. И вот Алиса Маркеева, ученица Любови Анатольевны Станкевич, которая работает в 33-й музыкальной школе. Это не по значению, а по номеру. Вот. Она исполнит мелодию Жубановой. Thank you.
Российский, русский композитор Родион Щедрин, человек с очень богатой творческой судьбой, автор и балетов, и опер. Ну, для меня лично, конечно, этот композитор очень интересный, но прежде всего тем, что он, пожалуй, один из немногих, кто умел передать юмор в музыке. Очень ценное качество, но не очень часто встречающееся, к сожалению. Вот, это было еще я в свое время, когда работал в Малом оперном театре. Мы играли его оперу «Не только любовь». Потом были еще «Конек-горбунок». В общем, много всякой интересной музыки. Потом он перешел на более серьезный жанр. Там тоже были очень интересные какие-то находки в операх и в балетах. Ну, «Кармен Сюиту» вы знаете, но это отчасти произведение Бизе, конечно. Но, тем не менее, те находки оркестровые и инструментальные, которые были, они, безусловно, там интересны для всех нас. Вот сейчас опять в исполнении Городниной Насти будет исполнена вариация «Царь-девицы» из балета «Конек-горбунок» и произведение, которое так и называется «Юмореска». Кстати сказать, для исполнения очень трудное. Может быть, кто-нибудь из вас, ну, вряд ли, конечно, но мало ли кто-нибудь в 2012 году был в Малом зале, исполнялось, вышел молодой человек, Славик Крещененко, такой в русской рубахе, и исполнил на скрипке, как на балалайке, произведение Щедрина, которое называлось «Балалайка». Ну, я думаю, что, может быть, кто-то из вас слышал, но вообще время идет, конечно. 11 лет прошло. Итак, Настя Городнина.
участникам ансамбля, которые сойдутся сейчас с разных сторон, исполнит очень веселую фантазию Корчмара, которая называется «Мы несем вам мир», на тему очень популярных и известных вам еврейских песен. Исполняют Анастасия Гальнина, Виктория Остапчук, Григорий Павлов и Аглая Михалева. Спасибо.